Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем эфир передачи. Вадим Галкин, ответы на вопросы. Вадим, вы с нами. Приветствуем вас. Да, добрый день. Вадим, сегодня очень интересный день и по стратегиям изымания, и по евро-доллару, по Сбербанку, по другим вопросам. Я предлагаю обсудить их. Ну, прежде всего, начать, конечно, со стратегии. Сейчас я ее выведу на экран. Чуть попозже. Я вижу, что стратегия доллар-рубль показывает новый хай за все время 1305% за период. Как это связано с нефтью? И связано ли вообще, или на основе каких-то других факторов все это работалось и ловился этот прорыв? Ну, смотрите, на самом деле для меня это был большой сюрприз, честно говоря, вот такое вот поведение. В том смысле, что вот этот там хай был достигнут за счет не за счет роста нефти, в смысле падения нефти после того, как в Дохе не договорились, а напротив на вот этом движении вверх по нефти и, соответственно, падении курса доллара по отношению к рублю. Поэтому, собственно, как бы и низкое удивительное было то, что удалось скорее сыграть на понижение курса доллара, чем на его повышение в данном случае. Вот. Я думаю, что не только для меня был сюрприз вот такое движение рынка. Но так в целом пришла волатильность, да, это событие было действительно значимым, оно в любом случае было триггером для движения. Да. Неважно, как бы, да, в какую сторону. И почему именно так рынок интерпретировал итоги этой встречи? Постфактум сейчас, наверное, очень многие будут объяснять это там забастовкой в Кувейте или там тем, что ходят слухи о новой встрече, значит, поскольку эта встреча не удалась. Но как бы дело неблагодарное, на самом деле, пытаться задним числом объяснять такие события. Ну вот примем как данность. Пришла немножко волатильность, да, удалось, значит, выйти из этого коридора по equity и уйти чуть вверх. Это, в общем, несомненно, плюс. Да, согласен с вами. Причем так уже заметно мы вышли из этого коридора, мы ясно пробили наверх и будем надеяться, что это движение продолжится. Давайте посмотрим на месячном графике. Это получается 5% за месяц. Это вот такой из отрицательной зоны, хороший вход в положительную зону произошел. Так что просто... Ну, да, и в принципе на всех стратегиях появился некий результат, и не только на моих, и у коллег тоже, в общем-то, в какой-то степени, да, вот эта ситуация положительно отразилась на их производительности. Ну, будем надеяться, что на этом, как говорится, все не закончится, что, в общем-то, события будут более содержательными для нас. Но в любом случае, честно вам скажу, что я очень внимательно следил за реакцией рынка, в частности, на информацию из Дохи. И в очередной раз я на самом деле убедился, что, в общем-то, кроме таких, как мы, игроков краткосрочными стратегиями, на рынке, вообще говоря, мало кого бы то ни было, скажем так. Потому что, смотрите, реакция на негативное для нефти информации была такая: рынок с гэпом ушел наверх, я имею в виду рубль-доллар, и сразу же там остановился, чуть откорректировался и остановился. Вот, скажем, пару лет назад, когда, собственно, основные события на валютном рынке и на рынке нефти там начали как бы развиваться, такая ситуация была просто невозможной, потому что вот такого рода информация, она бы породила в конечном итоге какое-то давление на рубль. Неважно, как курс нефти в данной ситуации реагировал. Но в любом случае многие бы игроки, которые торгуют не на основе алгоритмов, они наверняка бы процесс инвестирования сделали бы, ну, в какой-то, скажем так, некий обозримый промежуток времени. То есть это бы не было одномоментным входом. Потому что обычно такие игроки располагают достаточно большими капиталами, они это делают последовательно, вкладывая, смотря как рынок реагирует на их действия и так далее. Здесь же что происходит? Когда вышла какая-то новость, рынок переходит мгновенно на какой-то уровень,
и все, и замирает, или начинает корректироваться. Почему? Потому что никто не поддерживает это движение. А почему не поддерживает? Ну, потому что, видимо, основная часть игроков исповедует те же самые принципы, что и мы. То есть смысл в том, чтобы зайти как можно раньше в некое движение. То есть его как бы распознать и зайти в него как можно раньше. Быстрее тех, вот, которые не используют такие алгоритмы. Угу. Считая, что движение будет развиваться благодаря деньгам, которые поступают на рынок. Но если кроме нас и подобных нам никого на рынке больше нет или очень мало, то некому просто поддержать это движение. И поэтому наблюдаем на рынке такие вот явления, как дельта-функция. Знаете, раз, скакнуло, и все замерло. Вот. Поэтому, несмотря на то, что вот мы как бы достигли некого прогресса за последнее там время, я пока, тем не менее, достаточно очень осторожно, скажем так, смотрю на развитие ситуации для алгоритмической торговли. Вы обратите внимание на то, что из всех моих стратегий самое производительное за последнее время – это бренд. Вот если вы видите, да, конкурс, да, там как раз вот последний период, да, это, ну, как бы классификация в рамках конкурса, она как раз показывает стратегии, которые наиболее производительны за последнее время, за последний там месяц. И из моих стратегий, вот видите, вот она на третьем месте. Да, да, да. Значит, почему? Ну, потому что очевидно, что ценообразующий как бы рынок не здесь, а там. И хочешь не хочешь, да, есть у вас ресурс для движения, нет ресурса для движения, ну, цена не может отличаться от того, что формируется там. Вот ровно поэтому эта стратегия наиболее как бы производительна на сегодняшний момент. Все остальное, то, что даже говоря о том, что рубль-доллар связан с нефтью, но все равно это внутренний рынок, и он уже как бы опирается на множество иных как бы технических, физических факторов, а помимо ведущего фактора цены на нефть, который, безусловно, остается, но, как показывает опыт, не является исчерпывающим для этого рынка. Именно для торговли, для как бы общего представления о рынке, наверное, да, исчерпывающий фактор, но для торговли нет. Конечно, и мы многократно наблюдали движение доллар рубля против нефти и так далее. То есть абсолютная корреляция, да, нет, и она не обязательно. Даже, Игорь, даже дело не в том, что против. Я примерно как бы вот постарался осознать этот механизм. Вот как получается так, что вроде бы нефть – ведущий фактор для валютного рынка, но как бы с другой стороны вот нет этой четкой такой арбитражной привязки. И, видимо, связано это с тем, что какая-то значительная часть игроков играет не в арбитраж, это невозможно сделать арбитраж между нефтью и рублем, потому что все-таки, ну, активы разные по своей природе. Это не арбитраж между одной биржей и другой, где торгуется один и тот же инструмент. Я думаю, что многие игроки на валютном рынке строят свою стратегию на том, что они рассчитывают на выход нефти из какого-то диапазона, из какого-то боковика. И предполагая вот эту взаимосвязь рубля, курса рубля и нефти, что они, действуя как бы в направлении движения нефти, они смогут поймать движение и в рубле. Ага. Таким образом, то есть как это происходит? То есть они при этом не рассчитывают ликвидность. То есть есть там движение какое-то на нефти вверх, они продают рубль, в смысле продают доллар. Ага. Ну вот у них есть какой-то лимит, в рамках этого лимита они продают доллар. Могут на фьючерсах продавать, могут на споте продавать, неважно. Вот они продают доллар, да, и при этом происходит какое-то смещение цены в соответствии с той плотностью стакана, которая на сегодняшний момент есть на рынке. Плотный стакан мало смещает, разреженный стакан сильнее смещает. Поэтому и происходит такое как бы неоднозначная взаимосвязь между рублем и долларом, курсом рубля к доллару и нефтью. Да, направление движения всегда, как правило, соответствует. Ну, в большинстве случаев, за редким исключением, но бывают, да, случаи, когда они расходятся. Но в целом рубль отражает как бы, да, движение нефти. Но вот эта вот степень реакции на движение нефти, она определяется именно тем, сколько игроков исповедует в данный момент эту стратегию. И в какой степени стакан, плотный или разреженный, влияет на то, как они своими лимитами смещают цену в том или ином направлении.
Вот мне видится вот в этом, может быть, я ошибаюсь, но мои наблюдения показывают, что вот, скорее всего, в этом суть. Понятно. Они тоже исповедуют и ту же философию, что и мы. Они тоже пытаются оказаться в самом начале движения по курсу. Я понял вас. Готовы терпеть убытки, да, от переворотов небольшие, с тем, чтобы поймать большое движение. Понял вас. Понял, ага, спасибо. А вот у меня вопрос такой. Вот это ваше осознание, оно позволило вам формализовать и как-то внести вот какие-то, какую-то особую логику в стратегию вашего робота? Или это пока не формализуемо? Пока нет, пока нет. Это пока не формализуемо. Это задача, вообще говоря, так сказать, весьма сложная. То, понимаете, использовать, то есть интерпретировать действия других в своих интересах, это, знаете, многие говорят об этом, но вряд ли много людей умеет это. Все-таки здесь совсем это. Ну, если сидеть, например, в большом банке и видеть клиентские заявки, это одна история. Это милое дело. Да, да. Вот. А здесь все-таки нет, это сложновато, скажем так. Согласен, согласен, это такая очень сложная техническая задача, но я тоже думаю, как-то когда-то она будет решена, потому что, ну, все равно какие-то индикаторы действий контрагентов, они, наверное, есть, и, ну, надо подумать над этим. Сама тема, конечно, тема отличная просто, без сомнений. Спасибо, Вадим, за ответ на этот вопрос. А сейчас я, знаете, что предлагаю? Предлагаю обсудить такую тему. В 14.45 у нас... по экономическому календарю уже через 27 минут решение по процентной ставке ЕЦБ за апрель. Значит, 0% у нас ставка ЕЦБ, 0% ожидают. На ваш взгляд, ну понятно, что если какое-то изменение в любую сторону, то понятно, что еврик отреагирует сильно, как и в прошлый раз. Вот. Причем может быть отложено, не сразу прям мгновенно, но отреагирует. А вот у меня такой более узкий даже вопрос. На ваш взгляд, вообще, какова вероятность, как бы вы оценили, есть по шкале от 0 до 100%, вероятность того, что сейчас, сегодня, или, может быть, в течение месяца ЕЦБ может ввести отрицательную процентную ставку? Ох, это сложный вопрос, честно говоря. Не знаю, мне кажется, что, в принципе, есть такая, конечно, тенденция, мы ее наблюдаем, что, в общем-то, многие центральные банки готовы идти на такого рода меры, но мы, с другой стороны, понимаем, что ЕЦБ очень осторожный, как бы, такой агент, и они стараются, в общем, готовить, скажем так, своих клиентов к такого рода решениям. В какой степени это сейчас, скажем так, рынок готов к этому? Ну, даже просто смотрите, если сейчас введут отрицательные процентные ставки, это приведет к укреплению доллара против евро, и, соответственно, конечно, безусловно, для европейской валюты это, наверное, хорошо, это хорошо для европейских производителей, но как это отразится на общем балансе экономическом в мире? Ну, не факт, что, так сказать, в лучшую сторону, с точки зрения, например, стоимости той же нефти, да, и там каких-то других commodities. Поэтому здесь я бы так, честно говоря, не очень высоко бы оценивал вот вероятность того, что это будет сделано в этот раз. Мне кажется, еще рынки не вполне, так сказать, готовы к такому решению. Хотя, в принципе, наверное, драма не произойдет. То есть, ну, да, укрепится несколько долларов. Я не думаю, что прям радикально. Вот. Поэтому я бы все-таки оценил, наверное, чуть меньше 50% такой вероятность. Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Я, кстати, тоже так считаю, что все-таки ЕЦБ, они такие... более тяжеловесные. Они понимают, они осознают значимость евро в мировой экономике. И, конечно, сомневаюсь, это не швейцарский франк, который все-таки полегче значительно. Вот вдоль в запасах мировых и так далее, и вообще в обороте в мировом. Я все-таки думаю, что, во всяком случае, в ближайшее время вряд ли мы это увидим. Спасибо, Вадим. Следующий вопрос. У меня по Сбербанку. Сбербанк вызывает, ну, всегда, как бы, считается, что он живет сам по себе,
вызывает массу споров, массу дискуссий. Ну, вот у нас фьючерс на акции Сбербанка, которым вы торгуете, кстати говоря. И мы наблюдаем, что с 19 января по сегодняшний день, то есть 3 месяца, рост составил 4000 пунктов. Грубо говоря, с 8500 до 12500. Ну, так, на всякий случай, от 8000 до 4000 пунктов, это так 50% вообще-то за 3 месяца. Да. Вот на ваш взгляд, Сбербанк, который гуляет вот так сам по себе, чем это вызвано? И можно ли продолжать ожидать дальнейшего движения наверх, или уже все, как бы, пора заканчивать с этим ростом? Ну, само по себе, конечно, 50% увеличение цены, это уже как бы достаточно серьезно. И тем более, это же не какой-то джанк там, да, бумага достаточно приличная. Вот, и, конечно, ожидать от нее там, от того, что она может и дальше лететь вверх, достаточно проблематично, наверное, я. Вот, принимая еще, опять же, во внимание, так сказать, все, то, что банковская система России находится в не самом лучшем состоянии. А Сбербанк, хочешь не хочешь, хотя, несмотря на его, так сказать, привилегированное положение, в общем, все равно так или иначе зависит от ситуации на банковском рынке. Но если вы посмотрите на этот график, то мы подобного рода свечки мы видели много раз даже за последнее время. Вот такие вот, как бы, да. Ну, это, в моем понимании, технические, как бы, да, такой-то технической коррекции. А просто потому что, ну, кто держал вот в течение этого времени, да, по крайней мере, по последних волнах, видимо, мы решили разгрузиться. Может быть, какой-то инсайт, может быть, что-то связано с экс-дивидендным периодом, я не знаю. Но в любом случае, мне кажется, такого бурного роста мы уже здесь не увидим, скорее всего. Возможно, еще мы там подрастем где-нибудь в районе там 12600, но не более того, как-то мне так кажется. Тем более, что даже если нефть будет укрепляться, в общем-то, все-таки это же не нефтяная бумага, она как бы имеет свои особенности. Поэтому не факт, что она будет там бурно расти в дальнейшем. Собственно, вот если мы снова сейчас вернемся к этому графику, то мы увидим, что вот этот большой глобальный рост, он разбивается на самом деле на несколько частей. И нельзя, вот это сейчас постфактум, это выглядит как тренд. Но вот если мы посмотрим на этот, то есть мы видим три волны, да, в конечном итоге. Да. Ну, вот классические лиотовские три волны, предположим. Возможно, что даже это вот, ну, если это рассматривать как третья волна лиотовская, ну, тогда будет достаточно приличная коррекция здесь, да, вот. Но в любом случае, вот если бы мы были, например, где-то в районе второй волны, пика второй волны, то мы посмотрим, что период консолидации был очень длинный в этой волне. Во второй волне. Да. Весьма, весьма длинным, да. И как бы внутри этой консолидации очень трудно было бы говорить, например, о тренде. Возможно, что находясь там, особенно вот в черной свечке, в красной свечке, которая вниз смотрит, большой, в середине, да-да, вот здесь, то я бы, честно говоря, думаю, многие бы так, ну, напряглись бы от нее, правильно? Вот. Это сейчас так все выглядит красиво, вроде консолидировались и пошли наверх, а могли пойти и вниз. Поэтому, вы видите, на самом деле, вот как раз я вот слушаю, на самом деле, ваши передачи с другими, с моими коллегами. Очень любопытно, кстати говоря, для меня понимать логику, как бы, инвестиционных решений коллег. И я прихожу к выводу, что, в общем-то, ну, я бы, вот, например, не стал бы использовать, собственно, технический анализ, потому что очень многие спрашивают, а вот то, чем вы занимаетесь, это технический анализ или нет? Вы же как бы, ну, там, строите какие-то индикаторы или какие-то там функции от ценового ряда, значит, вы занимаетесь теханализом. Вот я бы хотел здесь сказать, что я не занимаюсь теханализом. Вот теханализ, я тут пытался найти аналогию такую, скажем так, из жизни. Вот что такое теханализ, то, что, чем мы занимаемся. Вот проблема предсказания погоды. Вот когда-то в древности люди по приметам, да, предсказывали погоду. Там да. Можно предсказывать по приметам, можно по форме облаков там, и так далее. Можно предсказывать? Можно. И может даже когда-то что-то мы угадаем. А есть барометры, например, часы, да, или настольные барометры, которые тоже предсказывают вам погоду, там есть пиктограммки, которые показывают, солнышко будет, там дождик, там или еще что-то.
они работают на основе аппроксимации движения давления, как правило. Да? То есть есть некий профиль движения давления, есть какая-то моделька простейшая, которая предсказывает, ну, то есть аппроксимирует, как же пойдет давление дальше. Вот. И примерно говорит о том, что если давление падает, будет там пасмурно, дождик, а если растет, то будет солнышко или там переменная облачность. Так. Вот это то, чем занимаемся мы. И есть третий уровень, да, как бы самый высокий, прогнозирование погоды. Это решение там, скажем так, уравнений типа Навье-Стокса, движение жидкости и газа, да, в пространстве. Там для того, чтобы его хорошо решить, нужно там граничные условия задать правильно, нужно куча метеостанций, нужно правильно собирать, интерпретировать данные. Задача колоссальная, да, решение уравнений Навье-Стокса, колоссальная задача с точки зрения вычислительной процедуры. Поэтому в гидрометцентрах очень серьезный ресурс вычислительный, как правило. Кстати говоря, в мире, по-моему, всего несколько гидродинамических моделей, буквально там единицы, которые вот оригинальные, да, которые, собственно, потом все покупают и используют. Кстати, могу порекомендовать сайт Foreco, foreco.com. Вот как раз одни из разработчиков такой гидродинамической модели, поэтому у них прогнозы очень хорошие. Вот. Так вот, говоря теперь об аналогиях торговых, вот технический анализ – это вот тот самый первый случай, да, по приметам, по форме облаков, предсказание погоды. А мы находимся на второй стадии, да, на упрощенная такая аппроксимация ценового ряда, да, по нему восстановление каких-то, ну, на самом деле, восстановление некой фазовой траектории и попытка прогнозировать, что же там произойдет в самой короткой перспективе. И даже не прогнозировать, а занять позицию динамически обоснованно. А вот просчитывать, да, будущее с какой-то вероятностью, ну, это уже, наверное, технологии будущего, во-первых. Во-вторых, нужно иметь огромный ресурс вычислительный. И самое главное, нужно иметь хорошую модель математическую. То есть модель рынка, чего нет до сих пор даже в теории. На самом-то деле. То есть стохастические модели, но мы сейчас говорим не об этом. Потому что уравнение Навье-Стокса не стохастическая модель, это физическая модель. Вот пока не будет создана физическая модель рынка, что, кстати говоря, не факт, что это произойдет. А единственный способ, да, это вот первые два, да, это либо технический анализ, либо то, что делаем мы. Но я, честно говоря, по приметам как-то вот не очень люблю работать. У меня, возможно, с интуицией проблемы. Вот, да, но я как-то вот предпочитаю больше аппроксимацию, вот эти все динамические вещи. Поэтому это не технический анализ. Поэтому, когда мы глядим на график Сбербанка, да, я могу, ну, перейти на язык вот этот вот, как бы, да, примет, да, в какой-то степени, но все-таки это не совсем то, чем мы занимаемся, честно сказать. Я понял вас, Вадим. То есть вы пытаетесь, да, улавливать более глубокие, скажем так, классифицирующие признаки и делать... Ну, скажем, более физические, нежели, так сказать, умозрительные, понимаете, интуитивные или какие-то образные. Кому-то, вот, например, ближе, да, образные какие-то вещи, которые на основании образов, распознавания этих образов пытаются выявлять некие закономерности. Мне кажется, это немного ненаучным, честно говоря. Я понял вас. То есть, ну, если перенести эту идею на язык медицины, то можно сказать так, что если можно определить состояние человека по внешнему виду, сказать, что-то ты квелый, там, может, ты приболел, а можно измерить ему температуру. Вот. А можно, сделать МРТ, вот, мозга, да? А, то есть вы, получается, не по внешнему виду, но не МРТ, а вы меряете температуру. Ну, пытаемся, да, по крайней мере, что-то вот как-то в этом направлении. И все, кстати говоря, кто работают на, ну, почти все, скажем так, кто работают на логарифмической торговле, они на самом деле вольно или невольно делают именно это. То есть это некие, так сказать, динамические аппроксимации. Они могут быть более сложными, более простыми. Да-да, вот, кстати, Foreco, да, очень хороший, кстати, сайт, действительно. Вот, поэтому как бы ориентироваться, например, на уровни там поддержки, сопротивления, какие-то там фигуры, я, честно говоря, не стал бы, да. Да, может быть, кому-то это нравится и даже это дает какой-то результат, но это, честно говоря, вот, наверное, больше вопрос тем, кто вот, ну, на этом собаку съел, скажем так. Я воздерживаюсь, скажем так, от этого. Я понял вас. Спасибо, Вадим. Спасибо вам, кстати, за то, что подсказали Foreco. Действительно, так она, видите, графически очень хорошо показывает. По времени все понятно, что когда.
Ну и вот я вижу, что нам Форека дает хороший такой прогноз, то, что скоро будет 14 градусов уже, друзья, в Москве, даже 15 градусов. Да, но при этом дождь. При этом дождь во вторник. Лишь бы тепло было, зонты есть у нас. Да. Вот. В Москве летом вообще, я не знаю, этот, хоть куда иди, все равно зонт бери, это понятно. Без этого. Да, да. Вот. Спасибо большое, Вадим, спасибо. Ну что, у меня вопрос теперь, по итоговый вопрос сегодняшнего дня по сезонному характеру бизнеса. Заканчивается апрель, скоро май, праздники и так далее. Вот есть какой-то особый майский алгоритм поведения торговли в мае или, может быть, какие-то особые стратегии? Поскольку месяц сам по себе уже, тут два основных фактора, праздники, уже дачи, уже какая-то неровная такая торговля. Как вы действуете в этой ситуации? Вы знаете, я бы сказал так, что май и июнь достаточно продуктивные месяцы обычно. В мае он вообще интересен тем, что праздники-то только у нас, а, соответственно, на Западе, там, где, собственно, как бы все смыслы формируются, там праздников нет. Там единственное Пасха, как бы, но она уже прошла. Вот. И поэтому, в общем-то, в преддверии или после, как бы, да, праздников возможно достаточно серьезное движение рынка. С одной стороны, нужно как бы быть осторожными, да, то есть, в общем-то, понятно, что мы уходим на несколько дней, и, возможно, гэпы, мы уйдем с позициями, например, и там как бы нужно, чтобы все хорошо отработало на открытии, даже если там, предположим, какие-то убытки будут, чтобы их закрыть быстро, то есть не проскользить. Вот. А, значит, с другой стороны, в принципе, май и июнь, они, это еще не период отпусков, но в то же время многие финансовые институты, зная, что как бы, да, август обычно такой, июль-август более квелый месяц, стараются какие-то свои позиции сформировать, какие-то свои вью. И, в общем-то, поэтому движуха обычно и в мае, и в июне всегда есть. Поэтому, в общем-то, будем надеяться, что и в этом году, тем более, что достаточно был такой сумбурная зима, по сути дела, вся, да, то есть она, конечно, здорово нарушила все вот эти вот сезонные, скажем так, циклы, потому что, ну, что только январь у нас был, в общем, более-менее боевой, такой прям вот боевой, причем, скорее, вторая половина января, не так, как обычно, прям с Нового года у нас начинался рок-н-ролл. Здесь такого не было, вот, и перед Новым годом, в общем-то, не было каких-то там событий. Поэтому, может быть, все же как бы повеселее будет. Но, знаете, дело в том, что, в принципе, вот такой период, бурный период, который мы наблюдали там в 2014-2015 году, вот такие огромные там тектонические сдвиги на рынке, которые на российском были, да, неизбежно порождает вот такой период застоя. То есть всегда за прибыль, полученную в такие периоды, надо платить вот такими вот трудными временами с точки зрения трейдинга. Никогда не бывает по-другому. Вот заработали, да, нужно готовиться, что да, какие-то и потери будут, и долгий период без прибыли, возможно, месяцы, возможно, даже годы. Такое тоже возможно. То есть к сожалению, это так. То есть нельзя надеяться, что вот мы там сорвали там большую прибыль и так и дальше будет. Нет. Всегда нужно будет заплатить за это тем, что надо вот пересидеть будет этот период, чтобы рынок опять начал. Потому что, понимаете, ведь кто-то заработал, а кто-то потерял. И вот этот, кто потерял, да, он должен это переварить и восстановиться. Восстановить свои как бы рыночные возможности. Поэтому и возникают такие периоды, да, такие паузы, как, да, в доходности. Понятно, да. Ну, собственно, как всегда в классическом техническом анализе, период тренда сменяется периодом консолидации, причем тренд занимает 20% времени, консолидация 80%, поэтому тут без этого никуда не деться, понятно. Единственное, я хочу напомнить правила американских биржевых трейдеров о том, что sell in May and go away. То есть
продал в мае, иди отдыхай до осени. Ну, это так, да, поговорка такая правильная, но в целом, я говорю, что июнь обычно тоже такой достаточно ходовой месяц, как правило. Вот июль, да, июль, наверное, самый плохой месяц – это июль и первая половина августа. Конец августа обычно уже начинается, все, более-менее все. Вот этот отложенный интерес, он, когда люди из отпусков возвращаются, прям сразу начинается, чувствуется прям приход их. Где-то в 15-х числах августа, там, после 15-го прям начинается. В прошлом году, кстати, то же самое было. Тоже июль был тухлый, абсолютно. Вот прям совсем плохой был июль. Август просто супер был, прям супер. Начало сентября, супер был месяц. Понятно. Ясненько. Спасибо, Вадим. Ну, я, кстати, очень рад, что вы вот из вашего опыта, июнь – боевой месяц в России, это здорово. Если мир потихонечку затухает в июне, то то, что мы живем и работаем активно, это здорово. Это здорово, отдает нам еще один месяц доходности, что есть огромное дело. Спасибо огромное, Вадим, за ваши ответы. Желаем вам удачи на рынке, хорошего настроения и ждем вас через неделю. Хорошо, до свидания.